Всем привет, друзья! Были вопросы, как регруппировать генералов, как добавлять тренера к другому генералу. Вот смотрите, у меня слотов свободных нету. Принцесса Кейт мне не нужна. Что я делаю? Выбираю генералов, которого надо вкачать ее. Нажимаю на регрупп и выбираю, кого в нее вкачать. Вот Кейт, смотрите, обратите внимание на хп, зеленую и голубую линию, и смотрите, увеличивается, особенно голубая, зеленая чуть-чуть, потому что у Кейт немножко свое прирожденное восстановление здоровья, как и у всех принцесс. Вот смотрите, нажимаю на регрупп, confirm, и готово. Теперь у Изабеллы больше хп. Так, смотрим дальше. У Изабеллы бизнес на 3. У меня как раз тут генерал август 1, 340 медалей, бизнес тренер, покупаю его, выбираю, в кого нужно. В Изабеллу мне только нужно, нажимаю регрупп, тут выбираю августа, и смотрите, вот здесь у Изабеллы было 3 звезды, теперь становится 4 звезды, если нажму на подтвердить. Подтвердил. Теперь смотрите, у Изабеллы 4 звезды на бизнес. У других это же все прокачано. Осталось Изабеллу докачать. И в принципе все. Что ж. Спасибо за просмотр. Остались вопросы? Пишите в комментариях. И не забудьте подписаться. Всем пока.